Граница закрыта для 14 тысяч жителей Тувы. Управление судебных приставов региона рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно не менее чем за 10 дней проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Всего же за 11 месяцев этого года судебными приставами Тувы вынесено свыше 14 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Жительница Республики Тува, у которой было ограничение права выезда за пределы России, достоверно зная о том, что действует постановление, которое ее лишает права покинуть пределы России, на пограничном контроле предоставила паспорт своей сестры. На паспортном контроле пограничники задержали нарушительницу. И теперь ей грозит уже уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса, наказание в виде лишения свободы на 2 года. Больше всего при выезде за границу рискуют быть остановленными пограничной службы ФСБ России жители Кызыла. Это более 4000 человек – Барун Хемчикского, Лухемского и Кызылского районов. Напомним, с 1 октября прошлого года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым судебный пристав исполнитель имеет право временно ограничивать должников в праве выезда за границу на сумму задолженности свыше 30 тысяч рублей. До этого порог был в 10 тысяч.